18 июня в 16 часов 40 минут в дежурную часть МВД по городу Армавиру поступил звонок. Мужчина сообщал о том, что на него напали и отобрали сотовый телефон. На розыск преступника незамедлительно были ориентированы наряды полиции. В ходе работы по раскрытию преступления сотрудники просмотрели записи с камеры видеонаблюдения. Потерпевшему подошел ранее неизвестный ему мужчина, который открыто похитил телефон, после чего нанес удар по лицу и с места происшествия с похищенным имуществом скрылся. Сотрудниками полиции были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Как пояснил сотрудникам полиции задержанный, преступление он совершил из корыстных побуждений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был изъят телефон. Злоумышленника заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж с применением насилия». Теперь подозреваемый может провести за решеткой до 7 лет. Лариса Юровская, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».